поклонялись, где-то подвергали гонениям. Мы же их просто любим. Сегодня мы зададим одни из главных вопросов идолуняшности 21 века. Коту. Здравствуйте, господин кот. Как вы оцениваете свою жизнь в общем? В общем-то, неплохо. Но в основном все зависит от того, на какую сторону выходят окна квартиры. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какое-нибудь необычненькое развлечение? Есть одно. Киса, ты чего? Кто там, киса? Ну кто там? Киса! Она потом так смешно демонов изгоняет. Ну вам так важно попасть в туалет, когда туда идет человек. Это был туалет. Почему ты опять закрылся от меня в этой маленькой комнате? Не можешь, жрешь там без меня? Открывай! Открывай, говорю! Мне кажется, ему там без меня одиноко. И еще один вопрос касательно туалета. А зачем вы копаете линолеум? Да я понимаю, что это линолеум. Во всем виноват этот природный инстинкт. Если я этого не сделаю, у меня остается чувство незаконченности. Я потом плохо сплю. А почему, когда вам бросают на пол еду, вы не можете ее найти? Понимаете, когда она падает, я вроде бы ее слышу. Но потом она слишком тихо лежит. Мне нужен твой указательный палец. Почему вы так боитесь пылесоса? В мире животных громкий и продолжительный рык говорит о большом объеме легких. А значит, зверь крупный, сильный и чертовски зол. Мяу. Так какого хрена я должен ему доверять? Вы можете назвать себя самостоятельным? Мне тут кто-нибудь поможет? Думаю, да. Ну и последний вопрос. Чего вы больше всего боитесь в своей жизни? Киса, я дома. Где? Где киса? Я хочу обнимашки. Киса. Одиночество. Я неплохо выгляжу. Надо сфоткаться. Ну-ка, а мне покажи. Ой, фу. Слушай, ну я фиг его знает. У меня сейчас только один вопрос. Какой? Кто из вас мне врет? Для этого повседневного макияжа вам понадобится бронзатор, хайлайтер, корректор, тональный крем, пудра, румяна, консилер, тени цвета новорожденной выдры, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Для приготовления этого вкусного и полезного завтрака вам понадобится корень мандрагоры, сыр альпачино, яйца челентано, листья ревели, печень перине. Для лучшей передачи вкусовых качеств используйте мангал на ибрисовых углях. Чтобы сделать эти замечательные подушечки, вам понадобится свитер, ножницы, иголка, нитки и поролон. Ой, кофточка у меня точно есть. Для кого вообще делаются эти видео? Вообще-то обычно их просто смотрят. И лайки ставят. Иди видео монтируй! С работы, потому что больше не хочу работать менеджером. Но нам нужно заполнить предыдущее место работы. Но меня тогда снова пригласят работать менеджером.
Личные качества. Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость. Мне кажется, нам пора восстанавливать режим. Что ты делаешь? Гугли, что такое режим. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. I wanna see your eyes, two stars light up in the sky. Let's stay the night on the beach. Get girl, you're amazing. You place me up and keep chasing. I love the way you complete me. I need you, girl, you need. Прикольненько. Только бы это... пушапчик найди. Вообще-то я уже в пушап. Я вам расскажу одну из главных причин, почему же нам все-таки вечно нечего надеть. На самом деле, мы просто хотим выглядеть максимально разнообразно. И если мы уже надевали эту вещь, значит она уже старая. Особенно это касается праздников. Одна дата, одно платье. А сейчас истина. Если вы подойдете к своему знакомому и попросите вспомнить, как вы выглядели пару дней назад, то, скорее всего, это будет выглядеть так. В отдельных случаях, возможно, вот так. А что касается обычных прохожих, то для них, скорее всего, вы запомнились вообще вот так. И, кстати, есть вероятность того, что только половина из вас заметила, что за время этого видео я переоделась 3 раза. И только половина из этой половины вспомнит, в чем же я была одета в самом начале. Yes, yes, I have exercised the demon. Юля, ты же девочка, а не смерть. Ты не понимаешь. Куда столько косметики? У тебя лицо отвалится. Мам, ты не понимаешь. Хоть бы ресницу накрасила. Или ты прям так пойдешь? Прям так, или так, или так. Мам, ты не понимаешь. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side. Что я нашла? Это те самые бигуди, которыми пользовались наши мамы. И сегодня я решила испытать их на себе. Мам, я хотела тебя спросить, слушай, а как варить бигуди? Кого? Мама сказала, что это так же просто, как варить пельмени. Только их не надо солить. Я уже поставила их на огонь и осталось дождаться, пока вода закипит. Это угрюмый. Бигуди! Пахнет, как вареный бигуди. Ну вот, в принципе, я уже все подготовила. Единственное, что мне сейчас пока еще непонятно, как их оттуда доставать. Мама, а как их к волосам прикручивать? Они же горячие. Мама сказала, что они накручиваются прямо так, голыми руками, и что это не больно. И чтобы понять, что такое настоящая боль, не надо родить. Что-то она слишком часто в последнее время говорит об этом. Что ж, если смогла мама, смогу и я. Собственно, все. Через пару часов эти бигуди можно будет снимать. Ну что ж, я сняла бигуди и верхний слой кожи со своих пальцев, и здесь должен быть вывод. Красота — это боль. Да здравствует плойка и прочая хрень. Аминь. Че, чаек? Чаек? Чаек! Зачем я сюда пошла? Видела здесь людей в черном и вообще не помнишь, зачем ты сюда пришла. Ах, да, на полу это вовсе не инопланетный червь, просто твой кот не добежал до лотка. Адьёс. Зачем сюда пошла?
Твою мать! Мотик! Ах ты рыжий говнюк! It's the MIBs. Here come the MIBs.